На МЦД-1 произошел сбой в движении поездов. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. В Твиттер центральной пригородной пассажирской компании сообщается, что на МЦД-1 произошел сбой из-за срыва стоп-крана в движении поездов от Одинцова в направлении Москвы. Отмечается, что поезда на первом диаметре и белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!